На данном курсе у нас изображена рекомендация класса биологии, химии, географии и физики. Здесь вы можете увидеть отдельную зону отдыха, в которой наши ученики могут провести перемены, использовать, прийти и посмотреть на разные научные и биологические экспонаты. Также в стене присутствует аквариум. Здесь даже есть дерево, чтобы дети дышали свежим воздухом в природной зоне. В центре находится дерево, а вокруг него кубики, чтобы учащиеся могли отдохнуть на стенах. На стенах написаны химические вещества. Чтобы у стены находится земной шар, на него опирается молекула. Элементы таблицы Менделеева объема. В общем и целом, в нашем проекте мы совместили приятное с полезным.